Доброе утро, это Оля Марами. Я уже нашла для вас много увлекательного. Пристегнуть ремни. Поехали! Правда уютно у этого паренька? Так что из дома выходить ему не хочется. Вот решил он все свое носить с собой. Сам себе рождественский домик. Откроем секрет. Достаточно дырки на футболке, светлой головы, одного планшетника и двух умелых рук. Так что гуляйте хоть в костюме самой зимы, хоть с Бэмби на груди. Любите ли вы боулинг? А сколько страйков подряд вы когда-либо выбивали? Боюсь, что нашего следующего героя вам точно не обыграть. Профессиональный боулер Чад Маклин установил мировой рекорд, заколотив 9 страйков за одну минуту. Чад отлично справился с задачей, за что и был занесен в книгу рекордов Гиннесса. Люди устроены сложно, и человекоподобные роботы пока смотрятся пародией на людей, но растут. Исследователи из Токийского университета создали Кенширу. По габаритам и весу он соответствует 12-летнему ребенку. При этом в его теле 160 мышц. На сегодня это самое близкое к человеческой анатомии творение рук человеческих. Эта же команда работает над гуманоидом военного назначения. Ну, его-то человеком назвать очень трудно. Как завтракают клоуны и жонглеры? В том случае, если с утра одолевает головная боль. Валятся ли у них предметы из рук? Или они непредсказуемо появляются и исчезают? Множатся и подпрыгивают? Так он клоун, жонглер или фокусник? И как ему все это удается? Можете спросить самого Яна Фрича в его Фейсбуке. Сколько бы вы ни видели поскользнувшегося на банане человека, это каждый раз вызывает приступ смеха. На этом до сих пор делают себе карьеру комики, а очередная порция фейлов расходится по сети, неизменно устанавливая рекорды просмотров. Так и этот свежий сборник по большей части невинных падений на вершине хит-парада. 14 миллионов просмотров. Интересно, кто кого в данном случае выгуливает. Какой понимающий и терпеливый пес. Мама бы давно уже заругала и заставила идти дальше. На этом видео слепым щенятам пока похожим на червячков всего 10 дней. А тут они уже возмужали. Им целых 2 недели. Настоящие немецкие овчарки. А вот их мама любуется на щенков, когда они были еще слепыми и беспомощными. Эх, какими были милыми и послушными эти неугомонные детки. Но нет, не пахнут, не настоящие. Но мои запуталась. Каждое утро на 5-м. Все интересное, что появилось в сети за сутки. С вами была Оля Марами. Адьём, Нами.